Здравствуйте! В ближайшие 20 минут мы расскажем вам о самых заметных городских событиях. В студии Станислав Юдин и Татьяна Зайцева. А сейчас коротко о главном. Весна идет, весне дорогу. В преддверии 8 марта коллективы всех предприятий Магнитогорска поздравляют женщин с наступающим праздником. Мастерицы в погонах. В Магнитогорском УВД состоялся конкурс рукоделия среди талантливых сотрудниц. Разминка перед боем. Накануне встречи с Борисом из Астаны магнитогорский «Металлург» провел открытую тренировку. А сейчас об этих и других событиях более подробно. В канун первого весеннего праздника Международного женского дня мужчины спешат поздравить представительниц прекрасной половины человечества. Свое поздравление женщинам Магнитогорска адресовал председатель Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Дорогие женщины-магнитки, от души поздравляю вас с главным праздником весны, Международным женским днем, говорится в поздравлении. Примите самые искренние пожелания удачи во всех начинаниях, удовольствия от успехов ваших родных и близких, большого женского счастья. Пусть наградой за ваше умение сопереживать, нести гармонию и свет будут тепло и согласие в семьях, и пусть ничто не помешает вам встретить этот прекрасный весенний день в окружении самых родных людей, в праздничном настроении, дополненном благоуханием цветов. Радости вам, добра и благополучия. Конец цитаты. Во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе чествовали женщин-ветеранов города и металлургического комбината. Обо всем подробнее расскажет Евгения Салахутдинова. Сегодня во Дворце культуры имени Серго Орджоникидзе женский день, праздник для ветеранов города и комбината. Организаторы подготовили для женщин концерт, который назвали «Человек, на котором держится дом». На самом деле именно жены и сестры, бабушки и мамы создают и хранят семейные традиции, оберегают семейный очаг, при этом не забывая о работе и карьере. Этих женщин трудно назвать хрупкими и беззащитными. Своим нелегким трудом, недавним прошлым они писали историю города и комбината. Им часто было не до макияжа и шпилек, дресс-код на производстве не тот. Но на семью, признаются они, находили время всегда. Ведь в этом главное предназначение женщины. А кто-то из женщин даже сумел совместить производственное и личное. Любомира Ивановна Степанова больше 30 лет проработала в 5-м листопрокатном цехе ММК. Там же встретила мужа Владимира Васильевича, с которым рука об руку идет по жизни уже 45 лет. С 5-го листопрокатного, всех женщин, которых здесь нет, я их всех поздравляю, желаю всем здоровья, если они меня видят. Я жива-здорова, что им желаю. Теплые пожелания звучали в этот вечер и со сцены. Поздравить женщин-ветеранов с праздником пришли представители города и комбината. Мужчины, не стесняясь, признались всем женщинам в любви. Рассказали, какую роль они играют в жизни каждого из них. Вы нас рожаете, вы нас воспитываете, потом мы влюбляемся, дальше создаем семьи с вами. Ну и всю жизнь мы опираемся на вас. Все дела, которые мы делаем по жизни, они посвящены вам. Ради вас мы ходим на работу, ради вас мы совершаем подвиги, ради вас мы готовы на все. Я желаю вам здоровья, благополучия, любви и внимания близких. Пусть сегодняшний концерт принесет вам массу эмоций, поднимет настроение, которое сохранится надолго. С праздником вас! Этот замечательный день действительно олицетворяет собой огромную любовь и уважение, признательность и безмерную благодарность прекрасной половине человечества. Именно женщина наполняет светом, смыслом и пониманием нашу жизнь, наш мир. Я хочу сказать о женщинах, которые работают в Совете ветеранов. У нас 128 активистов, из них 27 мужчин, остальные женщины. Будьте такими же активными. Мы вас любим. Мы надеемся, что вы долго еще будете не давать нам покоя. Спасибо вам. Лазерное шоу и яркие музыкальные номера, только танцы и песни, и ни слова о проблемах и заботах. Ведь сегодня самый весенний и нежный праздник, а значит, время отдыхать и наслаждаться. Без вас бы не было написано ни строчки, без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы поклон от нас. В завершении праздника все женщины получили памятные подарки, но главное, говорят, даже не это. Дороже всех даров для них человеческое общение, а такие мероприятия дарят его в изобилии.
Они объединяют, сплачивают людей, доставляют им радость, особенно те, которые живут одинокие пенсионеры. По-моему, всегда радость. И моим, самое главное, пенсионеры, это все радуются. Ну, приятно, внимание, это всем хочется. Я всегда говорю, никто не заголодал, а внимание всем хочется. Евгения Салахутдинова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВН. В Центре музыкального образования «Камертон» состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Зарядиться весенним настроением и насладиться музыкальными композициями и песнями в исполнении коллективов Центра пригласили жительниц 22-го избирательного округа. Будни с их заботами и проблемами – это само собой. Но жизнь без праздника – что за жизнь? И уже давно стало доброй традицией, будь то Новый год, День знаний, День пожилых людей, День матери или Масленица, в 22-м избирательном округе эти праздники отмечают дружно. Неизменный инициатор совместных торжеств – депутат городского собрания Павел Бовшик. Вот и сегодня народный избранник организовал для милых дам праздничный концерт. Перед его началом поздравил собравшихся помощник депутата Юрий Семушкин. От многотысячного коллектива объединенной сервисной компании ООО «ММК», от лично от директора Лоськова Сергея Алексеевича и депутата Бовшика Павла Александровича примите самые искренние поздравления. Пожелания вам добра, счастья, успехов во всем, чтобы никогда у вас не было слез, а если были слезы, то слезы счастья. Добра вам, благополучия и здоровья на долгие годы. С праздником вас, дорогие женщины! В преддверии празднования Международного женского дня практически в каждом трудовом коллективе принято поздравлять своих сотрудниц. Магнитогорские полицейские традиционно в эти дни проводят конкурс «Рукоделие мастерица», предоставляя возможность женщинам удивить коллег своими талантами. В этом году в нем приняло участие 44 дамы. Рассказывает Юлия Никифорова. Участницами конкурса «Мастерица» становятся представительницы прекрасной половины человечества, сотрудницы подразделения управления внутренних дел города Магнитогорска. Кстати, дамы задействованы в правоохранительных органах достаточно активно. Работают и следователями, и дознавателями, и бухгалтерами. Есть в Магнитогорске и девушки-участковые, и даже сотрудницы дорожно-патрульной службы. Традиционно в конкурсе «Мастерица» принимают участие ветераны службы. К примеру, Татьяна Сараева, майор внутренней службы в отставке. Она проработала в правоохранительных органах 29 лет, закончив должности заместителя начальника паспортно-визовой службы. Вязание, говорит Татьяна Васильевна, ее любимое хобби. Доставляет просто удовольствие. И дважды удовольствие доставляет видеть на тех, кто их носит, на моих детях, внуках. Вот моя работа. Очень тонкая. Вы видите, связана крючком. Связана она такими маленькими цветочками. Эти цветочки надо было соединить. На работу ушло почти 2 года. На конкурс в этом году участницы представили около 100 работ. Среди них не только замечательные вязаные изделия, но и вышивка крестиком, бисером, картины, поделки. Особое место и отдельную номинацию в «Мастерице» занимает кулинарное искусство. Причем конкурсные салаты, выпечку, напитки вместе с членами жюри дегустируют все желающие, делясь впечатлениями друг с другом и с самими кулинарами. Возможность блеснуть своим рукоделием, порадовать им своих коллег, поздравить представительниц прекрасной половины человечества с приходом весны – в этом и состоит главная задача конкурса «Мастерица», который давно стал традицией магнитогорской полиции. В этот светлый праздничный день мы передаем самые искренние поздравления нашим девчонкам-сотрудницам. Желаем им счастья, успехов, любви и весеннего доброго настроения. Юлия Никифорова, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВН. В Магнитогорске на базе Академического лицея продолжается реализация проекта ЮНЕСКО под названием «Дети детям». В его рамках учащиеся лицея по собственному желанию делятся своим временем, знаниями и энергией для того, чтобы помочь другим людям. Участники проекта, а это ребята с 5 по 11 класс, предложили свою помощь в проведении праздников, игр, познавательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Благодаря проекту учащиеся академического лицея узнали, что рядом с ними живут дети, для которых понятие «здоровый» является далеко не нормой. Каждую неделю участники проекта ездят в курируемые ими коррекционные школы и детские дома, проводят мастер-классы и читают лекции. Такие занятия помогают добровольцам не только получить знания о будущей профессии, чаще всего связанной с социальной помощью. Ребята на практике знакомятся с такими общечеловеческими ценностями, как доброта, сострадание, взаимовыручка. В свою очередь воспитанники коррекционных учреждений получают в лице волонтера, наставника и друга, который помогает им выбрать путь для собственного развития. Одна из участниц проекта – десятиклассница академического лицея Анна Емельянова. На этот раз она пришла в третью специализированную школу-интернат с мультфильмом, обучающим ребят бережному отношению к экологии. Кропотливый мультипликационный труд Анна сделала полностью своими руками. Это возможность пообщаться с маленькими детьми. Мне это очень самой интересно, мне очень с ними приятно общаться. Аня, наверное, здесь нам интересно еще не только тем, что она замечательная ученица, очень талантливая девочка, поет, рисует, сочиняет стихи, но и тем, что она готова отдавать. Сейчас это очень редко. А вот Аня все свои интересные находки старается и в лицее показать, и обязательно выезжать с нами, рассказывать детям. Помимо Анны в проекте «Дети детям» участвуют еще 36 учащихся лицея. Основная их часть – 11-классники, планирующие связать свою будущую профессию с медициной. Учим их любить свою родину, любить себя, стараться делать добро тем людям, которые оказались рядом с ними. Станислав Юдин, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Управление Министерства внутренних дел России по Магнитогорску просит горожан и гостей города о содействии. Необходимо установить личность мужчины по предварительной версии подозреваемого в совершении имущественных преступлений на территории города. Его приметы: на вид 35-45 лет, росту 80-185 сантиметров, крепкого телосложения, темные короткие волосы. Из особых примет: немного сутулится и, возможно, прихрамывает на правую ногу. Если вы располагаете информацией о данном гражданине, просьба сообщить в Управление МВД России по Магнитогорску по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Анонимность гарантируется. О заметных новостях спорта через несколько секунд. Бросай курить, вставай на лыжи. В Магнитогорском экопарке прошло 13-е первенство правобережного района по лыжным гонкам «Искристая лыжня». Начинавшееся как районные соревнования для школьников, сегодня оно превратилось в одно из самых массовых спортивных мероприятий города. Ежегодно его участниками становятся несколько тысяч любителей зимних видов спорта разных возрастов, как из Магнитки, так и из близлежащих сельских районов. За всем происходящим на лыжне наблюдал мой коллега по студии. В этом году число 13 стало для администрации правобережного района знаковым и счастливым. Именно в такой раз на территории экологического парка стартовало полюбившееся для многих магнитогорцев первенство по лыжным гонкам «Искристая лыжня». Вот так весело и задорно поднимали настроение всем собравшимся в экопарке спортсменам и болельщикам творческие коллективы города. А рядом была организована полевая кухня. Солнышком порадовала спортсменов мартовская погода. Председателя городского собрания депутатов Александра Морозова она даже вдохновила на стихи. 8 марта на носу. Уже пора искать подарки, а мы все ходим в экопарке. Стоим! На нас спортивная одежда. Вокруг лежит последний снег. Лыжня по имени Надежда. Мы начинаем наш забег. И уже несколько поколений выросли на искристой лыжне. То есть с первого класса начали, выпустились и уже бегают как профессионалы. Сразу после официального открытия на старт вышли спортсмены с приставкой VIP. Чиновники, политики, бизнесмены и общественные деятели. Рекордов скорости солидные люди, конечно же, не били, зато показали многим забывшим о спорте коллегам, что такое держать себя в форме. На самом деле, времени для занятий спортом у нас очень мало. Выходные дни и не всегда выходные. Поэтому такие праздники, как сейчас, у нас есть повод для того, чтобы встать на лыжи. Перемена обстановки, перемена рода деятельности. Это здорово, это классно, всегда яркие впечатления всегда остаются, поверьте мне. Вслед за кабинетными работниками тарить лыжню отправились семейные команды. Здесь на лыжи вставали магнитогорцы независимо от возраста. Всего же в этот день состоялось 12 искристых забегов. В них приняли участие более 3000 человек. Станислав Юдин, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН.
В среду, 8 марта, стартует второй раунд плей-офф континентальной хоккейной лиги. Его по традиции начнут две западные пары, а 9 марта в борьбу вступит команда Востока. Накануне встречи с Борисом из Астаны магнитогорский «Металлург» провел очередную открытую тренировку для представителей СМИ. На ней побывал и наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Первый раунд позади, сил затрачено не больше, чем нужно для этой стадии плей-офф, а единственное поражение в серии – не повод для негативных эмоций. Все подумали, что мы действительно сильнее, и мы сейчас быстренько выйдем, сэкономя силы, закончим 4-0 и поедем домой готовиться, то это не так. И вот это, в принципе, нет худа без добра, это помогло сконцентрироваться ребятам и в полную силу сыграть пятый матч. Отрадно, что к следующему раунду команда готовится в полном составе. Без мелких повреждений, разумеется, не обошлось, но травм, которые вызывают серьезную озабоченность, кажется, нет. Если бы они даже были травмированы, я бы все равно вам ничего об этом не сказал. Привыкайте, не первый год. Ну, а Дмитрий Казионов как восстанавливается? Дмитрий Казионов восстанавливается, все идет хорошо, посмотрим, будет ли он с самого начала играть. Для защитника Евгения Бирюкова это уже 11-й плей-офф. Недавно он достиг впечатляющей отметки. Первым в истории «Металлурга» провел 150-й матч на вылет. Осознаю, что время очень быстро летит. Вроде только попал в команду, уже столько матчей и столько лет в команде. Ну, это хоккей, это никуда от этого не денешься. Надо работать и доказывать каждый год. Доказывать придется всерьез. В минувшем регулярном сезоне «Металлург» поделил очки с «Борисом». В Астане чемпионы провели один из самых волевых матчей, едва не сумев спастись со счета 0-4. Но перед этим позволили сопернику забросить 4 шайбы всего за один стартовый период. Все бывает. И где-то перелеты, переезды. Там сезон длинный, так что без этого никуда. Но с нашей стороны будем готовиться. Конечно, хороший соперник. Нужно с полной концентрацией выходить с первой секунды. О супертройке Бориса всем известно давно, как и о других ключевых фигурах в его составе. Но куда важнее то, что астанинцы в последнее время заметно прибавили не в индивидуальной, а в командной игре. Они могут очень терпеливо играть и грамотно, опять же, терпеливо играют в обороне и исключили свои ошибки. Это качественный сдвиг вперед для этой команды. Мы не можем недооценивать эту команду, поскольку эта команда действительно такая же серьезная и с плей-оффовским опытом. Практически каждый сезон она играет. Поэтому соответствующим образом готовимся. Дрожи в коленках нет никакой. Есть уверенность и есть надежда. Первые матчи серии пройдут в Магнитогорске 9 и 11 марта. Прямые трансляции игр смотрите в нашем эфире в четверг в 18:50 и в субботу в 16:50. Павел Зайцев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tv-in.ru. Впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 8 марта. Дорогие женщины, поздравляю вас с наступающим днем весны, красоты и нежности. Счастья вам, здоровья вашим близким. А мы прощаемся. Всего вам доброго и до встречи. До встречи. Спонсор программы – открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». По данным интернет-портала rp5.ru, 8 марта в городе ожидается значительная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью -2-5 градусов, днем 2-1 градус ниже нуля. Прогнозируется очень высокое атмосферное давление 739-744 миллиметра ртутного столба.